Все, пацаны, идем. Да, идем. А куда мы идем? Вообще идем прогуляемся. Ах, все равно вообще, хорошо мы там в баре, неважно. Так, подождите, мне кто-то звонит. Я отвечу здесь, потому что мне все равно. Алло! Ну хорошо. О! Ребят, пойдем. Нам надо про... там это... Тайба говорит, куда что пойдем? У меня там какая-то машина времени. Пошли уже туда. Машина времени! Ладно, посмотрим, что там на Тайбе. Эво, это точно не секретная лаборатория Тайбы. 100% зуб даю. А, я это делал. Значит, это... Значит, нам, похоже, надо сюда. Ну что, погнали. Ура! Да погнали, пацаны! Ладно, пойдем посмотрим, что она там. Тайба, мы тут! Ты где? Где Тайба? Так, ладно, где давайте Тайба? Пойдем сюда, может она здесь. Так, здесь какой-то код. Открывай вот это поворот. Да, вот это, конечно, большой поворот. Смешной, мем, реально смешной, очень смешной. Все, идем назад. Это была хорошая реклама, мы прорекламировали КМА и это производство Sus Company. Очень вкусно и сочно, идем, давайте ищем. Ребята, дальше. А где все в лаборатории Тайба же миллиарды человек? А, вот, это Йорик и Ярик. Скелетозавр умер! Вася! Вася, нет! Что здесь написано? Я не понимаю, английский товарищ Лао. А, здесь играй в русскую руетку. Ладно, идем дальше. Здесь написано. О, Мишель Хаус, самый новосумовый. А я думал, клон пидло. Ладно, тут еще вот это вот пила и яйцо птера на драгона. Ой, это яйцо птера на драгона. Ребята, как вы думаете, это кетчуп? Тут везде разбросаны бумаги. Что здесь происходило? Вау. О, товарищ Ло, здесь инструкция. Давайте почитаем. Ладно, интересно, что здесь у нас? Товарищи, читайте инструкции. Я пока сам попытаюсь разобраться. Не жмите красную синюю кнопку. Да. Товарищ Сус. О нет. Что за? Где вы, товарищ Лав? Это же наш городок. Но почему он такой разрушенный? Я не знаю. Лет 5000 никто не ждет. Товарищ Лао, у меня есть идея. Давайте мы попытаемся найти хотя бы одного человека. Давайте и спросите попытаем... его, что здесь произошло. Ладно, давай пойдем, что ли, я не знаю. Давайте вы в синие домики, я в желтые. Давай не будем разделяться, а то кто знает, что ожидать от этого. Ну хотя да, это логично. Пойдем. Что это? За? Товарищ Ла, что случилось? Это кто? Это болит. Это благополучно. Болит ребенок. Давай. У нас все получится. Да, не лезь. Товарищ Ла, быстро. Как он там? Все двигается или как? О нет, почему я слышу звук, похожий на какая-то вроде бы ракета, но. Да, я тоже слышу. О нет! Я в какой-то пещере. Я нашел убежище. Только надо найти еду. Это что? Еду!
Где мы? Что за... Где? Это что? Что произошло? Это что? О, это же метро! Это метро! Это метро! Быстро туда, это может быть, там еда есть? Да, может, там еда, оружие, припасы. Давай пойдем посмотрим, что там есть. Да. Так, здесь ничего нету. Я Сас. Ты еще кто? Я Сас. Ты кто такой? Ты мне? Я Сас. Ты кто? Я Сас. Я понял, что ты Сас. А теперь скажи что мне... Что тут произошло? Говори. Что? А, ну, мы колонизировать Марс. Я был один из тех, кто колонизировать. Потом мы послали людей на три буквы. Потому что мы так захотели и не давать им важный ресурс. Люди разозлиться и сломать нам Фобус. Фобус упасть на нашу планету. Произошел взрыв. Потом мы помириться, создать какой-то там союз звездных человеков, людей. Потом мы начали колонизировать планету. Прилетел этот летающий крил Богомоль. И нас начать превращать в дерьмо. А те, кто, например, всяких там мамонтов, я не знаю вообще что. После этого, кто сопротивлялся, превращали в каких-то кирпичиков. Это вот все, что произошло. Это пару миллиардов лет спустя. Понятно. Будущее, конечно, не из лучших. Я, если да. честно, так будущее представлял. Но... Я тоже. Я представлял летающие машины. А я представлял футуристическое оружие. Как из него было бы прикольно стрелять? Я да. Не знал, что будущее будет таким. Саш! Сас, рад знакомству, я Серж. Привет, а Саш. Я Лао. Привет, страна Лаус. У меня вытекает мозг. А, страна Лаус? Я не Лаус. Я Лао. Его зовут Лао, а меня Серж. Серый же. Так вот. И мы здесь прятаться, мы последний звездный народ, который не превратился в кирпичики всякие. И вот мы закрыть пути, чтобы к Юне проникнуть сюда. Да, это, конечно, все хорошо, но у тебя есть еда? Да. Да, и оружие, мы должны дать отпор к Ю. А, есть пушка, да. Есть едушка. А еда есть? Я кушать да. хочу. У нас в будущем есть такой человек. Я не знаю, кто он. Он говорит, что он знает все. И он помог Кью. Это странно. Он говорит, правда? Что он помог стрекозам. Но я не знаю, кто такие стрекозы. И еще он сказал букву Кью. Но я знаю только богомолов, летающих с именем Кью. Наверное, он какой-то странный. Его узбек зовут. Почему? А почему так? Произошло. Кто такие Кью? А, это летающий богомол, который превращает людей в дерьмо. Они кто? Очень умные. О, умные. Слушай, Лао, это же тот богомол, который на нас напал. Да, да, это тот самый богомол, который похож был на стрекозу. Эй, не... Сас, Сас, Сас. Что? А этот богомол, он может стрелять? Ну, вас он стрелял. Еще там он сделал бум, и ты взорваться. Это, походу, серьезные противники. А сколько их да. примерно численности? Миллиард! Я думал, где-то... Я вот злал, это все всё... будущее очень но... опасно, нужно как-то но отсюда большая выбираться. Часть из них уже улетела, так как им надоело. Это странно. Почему он все еще здесь? А сколько осталось на земле этих богомолов? Точно не на знаю. Земле. Но где-то пару тысяч штук. Но они тоже активно они улетают. Они только в нашем городе или во всех странах и городах? В нашем городе не должно быть Кью. Что он тут делает? Я не... Серж! Товарищ Лао, нам нужно найти машину времени. Да, я о, Саш, ты пойдешь с нами? Да, хочешь с нами? А, я любить история Земли. Хочу с вами.
Это точно не секретный лаборатория Тайби. 100% зуб давать. Мне кажется, или это правда секретная лаборатория Тайби? Прыгайте за мной, шайтаны такие. Слушай, отдай свой машин, вот эта машинка временная. Я не дам машину времени. Давай, все, че? Вы натворите много дел. Ты как про правительство России говорите? Нет, мои друзья еще там. Ну все! Нет! Как я хорошо выиграл! Блин, еды закончилась, ой, что 3 часа ждал подряд. Ну ладно, мне надо найти новое убежище и продумать фанков пробегать. Че так холодно? Как этим говном сковать? И так, как тобой водить? Неудачный дубль, товарищ. Как этой хуйней водить? Я не понимаю. Я зомби. Кушаем дами, Я вот сейчас смотрю, как мы ходим, и у меня такое чувство, будто мы бежим от зомби, а не притворяемся зомби. Раз, два, три. Поехали, раз, два, три. А вот они! Чала! Давай, все, отвали. Мне уже всё, насрать. Так-то лучше. Все, поехали, 3, 2, 1. Турури, тури, 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 тури. Эбэдэй, давай! Каким образом я двоих одновременно убил за одну секунду? Давай, надо. Что, у меня непробиваемые ноги. Воу, тут веселье было. Соус тоже включил бандикам. У нас уже съемки вовсю ведутся. А, ну тогда идем обратно. Я гений. Что это за дубой был? Вот это точно не секретная лаборатория Тайбы. 100% зуб даю. А, я это делал. Значит, это точно не секретная лаборатория Тайбы. Идем назад. Неудачно думать. Ты куда? Ты куда? Я должен тебя убить за это наказание. Это наказание. А, товарищ Лобр. Ну? Вау, на удержание. Его кто-то держит. Я его спасу. На удержание. Я тебя тоже спасу. 5 на 6, Фредди. Чё ты ржёшь? А, нет, свет развалит. Пожалуйста, без таблеток, умоляю. Да, яка. Итак, мы колонизировать Марс. Я был один из тех, кто его колонизировал. Потом неожиданно высветилась реклама голых женщин. Фобос умер, он взорвался, а мы тоже.
Вот так все и было. Теперь мы здесь. Нет. Короче, товарищ, вы неудачный. Неудачный дубль. Oh!